Здравствуйте, уважаемые эзоподписчики. Здесь пользователь под ником Альбина Баур написала так: а как можно подключиться к своему роду и как понять, кем были предки, чтобы через канал их наработками пользоваться? Вы писали про германские племена 150 лет назад. Возникает вопрос, какая связь между рунами и казахами? Можно ли через руны подключиться к роду именно не семьи, а прародителю? Да. Тут тоже вот много. Орфография желает лучшего. Ну, а тут вопросы, да? Про предков. Вы писали про германские племена 150 лет назад. Про германские племена 150 лет назад я не мог писать. Я говорил во многих своих видеороликах, что германские племена и народности 150 лет находились в составе западного гуннского каганата. А 150 лет назад, 148 лет назад, если быть точнее, Отто фон Бисмарк объединил Германию. Он в 1871 году развязал франко-прусскую войну, из которой Германия вышла объединенной Германской империей. До того они были королевствами, поэтому 150 лет назад германские племена уже давно прошли через значительный исторический путь. Вот то, что я писал и говорил в своих видеороликах про западный гуннский каганат, который ушел с территории Казахстана в Западную Европу, это было в 5-6 веке. Это не 150 лет назад, это было 1500 лет назад. Большая разница. Вот такой вот ответ на вот этот вопрос. Какая связь между рунами и казахами? Да прямая. Вот получается, в свое время выдающийся исследователь Томпсон на территории Монголии, где вот сохранились вот эти руны, руническая надпись на стеле Культигина, это младший брат Бельге Карана, и в то же время жил знаменитый Тюнюкук, которого Тюнюкуком называют, да. И вот руны, рунические вот эти символы, они совпадали где-то на 80%. Те же самые руны были у скандинавов, да? Томпсон пытался прочитать именно через современные германские вот эти слова, но не смог прочитать. Но когда расшифровка пошла через тюркские языки, текст был прочитан. Связь у казахов с рунами прямая, потому что это наша бывшая письменность. Сейчас наша письменность уже пятая. Письменность, которую пользуются казахи. Да? Сначала была руника своя вот эта, которую некоторые называют тингрианскими резами. Потом арабская вязь была. Потом кириллица. Вернее, латиница была в короткое время, лет 10. 30-40-е годы. А потом кириллица. И сейчас снова возврат в латиницу, но уже в измененной форме. Вот ответ на эти два вопроса.
продолжу в другом видеоролике.